Перед началом этого видео рекомендую еще один канал анекдотов «Веселые настроения с Оксаной». Авторы очень прикольно рекламируют анекдоты. Ссылка в описании. Слышь, Петруха, последнее время почему-то уменьшилось количество анекдотов на тему «Теща, зять». Ясен пен, какие шутки. Всей семьей живем на пенсию тещи. Липтико. Сегодня на Волгоградском проспекте произошло дорожно-транспортное происшествие. Автомобиль «Волга» врезался в «Запорожец». Водитель иномарки от госпитализации отказался. Я проснулся ночью, а тебя нету. Где ты пропадала? Да я просто водички попить встала. Это у тебя от водички все лицо в котлетах. Как называется вид казни? Когда человека бросают к зловонным свиньям, и они его раздавливают. Утренняя маршрутка. Липтико. Настоящий шотландский виски рекомендуется пить в чистом виде, не запивая и не заедая ничем, чтобы хорошо насладиться нежным ароматом сивухи. Вот видео, в котором я залезаю в жип за 2 секунды через лючок бензобака. Круто! А снимал кто? Да, медведь случайно нажал. Липтико. На Новый год себе заказал грузчиков. Зачем? Ну кто-то же должен меня пьяного отнести на площадь посмотреть салют. Я эксперт по идентификации птиц. Да ладно, как насчет тех двух на дереве? Да, это птицы. По улице идет Вовочка с дедушкой. Навстречу им идет учительница Вовочки. Дед говорит: «Прячься, ты же в школу не пошел». Вовочка говорит: «Лучше ты прячься, я сказал, что ты умер». По старинной традиции, после встречи Нового года в кошельках некоторых людей остаются только отпечатки пальцев. Тогда у меня Матрёна купил квартиру, а там звукоизоляция такая, что слышно, как сосед по телефону разговаривает. Повезло тебе, дед Петруха! Я слышу, как соседям по телефону отвечают. Подписываемся, кликаем на колокольчик.